Я думаю, все хотят добавить в свой интерьер роскоши и добротный наряд на окно. Сделает свое дело. Потрясающая премьера на телеканале Shop & Show. Комплект штор Пастораль. Это, знаешь, рядом с таким комплектом прям дышится по-другому, прям... Ой. Прямо чувствуешь себя во дворце. Да. Ты знаешь, я сейчас вот прикасаюсь к этой ткани и смотрю на эту роскошь прямо как профессиональные портьеры в Большом театре. Чувствуешь себя вот либо в таком месте, где опера, или во дворце. Действительно, роскошные совершенно шторы. Ты знаешь, редко бывают такие предложения. Надо пользоваться. Новинка сегодня просто влюбляющая в себя. Да, это предложение, Юй, мне кажется, не для всех, а для тех, кто любит особый интерьер. Роскошь. Стиль, красоту, богатое убранство своего окна. Вот действительно, дворцы Версаля, Большой театр. Многие из нас, вот я ни там не была, но всегда мечтала к этому прикоснуться, получить хотя бы маленький кусочек. И сегодня у вас есть такая возможность. Цена 4199 рублей. Юль, но эта цена у нас только за одно полотно? Это целый готовый комплект. То есть вам не нужно будет бегать по магазинам, вам не нужно будет мучиться дизайнерской мыслью, а потом еще платить мастерам. Все уже продумано за вас. Дизайнерский комплект, в котором две портьеры, роскошный ламбрекен и подхваты, и вы сможете сами декорировать свое окно. Но самое главное, вы в дом получаете роскошные шторы в стиле барокко. И действительно, которые дышат просто изяществом, роскошью. Такой интерьер будет пышным, акцентным. Такое ощущение, действительно, что вот стою сейчас во дворце, уже представляю себя королевой. Да, или хочется сделать, да, низкий поклон, сказать, ваше высочество, вот настолько элитно смотрится комплект штор Пастораль. Юля, я уже представила, как может преобразиться даже самый спокойный классический интерьер при помощи такого комплекта. Но вот сейчас мне не дает покоя цена. Цена премьеры 4199 рублей за целый комплект. То есть даже прихваты, красивый полотно. Мы все это получаем в одном заказе. Но вот сколько прослужат такие шторы? Ведь ты же сама знаешь, как хозяйка, если что-то красивое в доме появляется, расставаться с этим потом годами не хочется. Конечно, как эксперт, Ариша, я знаю, что наши шторы Пастораль выполнены из прочнейшего сатена с жаккардовым элегантным рапортом. Ткань наипрочнейшая. Сравнить ее можно, ну я не знаю, с чем, с брезентовой палаткой. По прочности, конечно же, по тактильным ощущениям, это атлас, роскошный шелк, жаккардовый блеск. Посмотрите, какие переливы добавят, конечно же, роскоши в ваш интерьер. Причем я обращаю ваше внимание, что это именно жаккардовое трехслойное плетение. Рисунок повторяется и с обратной стороны. А это значит, ваше окошко всегда нарядное и роскошное. И с улицы вы будете идти и радоваться, какое у вас красивое окно. Ну, то есть, в принципе, это долговечно. Ну, лет 10 прослужат такие шторы? В районе 15 даже. Вот смотри, хорошо, если взять 10 лет, ну, к примеру, потому что потом уже тоже захочется еще что-то обновить. Цена 4199 рублей. Поделите сейчас на 10 лет. Это получается в год у нас 400 с хвостиком рублей. А вот если поделить на месяц, Юль, то получается 34 рубля в месяц. За такие элитные шторы, которые прослужат вам до 15 лет. Ой, как ты сейчас хорошо сделала. Мороз и солнце, а у нас теплота, у нас королевский уют, у нас шик и роскошь. В нашей студии. Роскошный жаккард, конечно же, всегда добавляет элегантности, такой определенной изысканной золотой строгости в интерьер, за что я и люблю жаккардовый рисунок. А когда он еще выполнен на плотнейшем сатене, это вдвойне хорошо. Знаешь почему? Почему? Сатен хорошо, что он не пропускает свет. Абсолютно. И красиво-красиво рассеивает солнечный луч. Вот смотрите, у меня здесь есть фонарик, я вооружилась. Мы сейчас с вами все это проверим на своих глазах. Вот так вот, смотрите, фонарик включен, он горит. Вот представьте, что вам нужно выспаться. Мы имитируем солнечный луч. Смотрите, как красиво ткань рассеивает, какой ореол получается. То есть солнечный луч, он не бьет в глаза вообще, не пропускает совершенно ткань солнечный луч. Поэтому утром вы высыпаетесь с удовольствием. Только потом, когда уже взбодрились, раскрываем шторы. А мой муж вообще работает по ночам. Ему днем нужно высыпаться, поэтому это немаловажная характеристика этой ткани. Именно то, что солнечный луч не проходит и не бьет в глаза. Как нежно рассеивает.
показывает, какой приятный, теплый свет будет в вашей комнате. Комплект штор Пастераль. Да, комплект. Все, что вы сейчас видите на нашем окне, плюс еще подхваты, вы сегодня получаете в своем комплекте. Ну и, конечно, помните о том, что такие шторы прослужат до 15 лет. Юль, ну у меня к тебе хороший вопрос. Многие сейчас думают, а впишется ли такая изысканная конструкция, такой стильный образ в мой интерьер? Вот барокко чем и хорош, что вписывается в любой интерьер. Это классика, классика модная на века. Смотрите, светлые стены, какой яркий акцент дает золотой блеск. И действительно, мы чувствуем себя во дворце. Вот одного такого элемента достаточно, чтобы поменять интерьер без ремонта и масштабных преобразований. Вот немножечко потемнее стены и пол. Видишь, Арина, как гармонично пастораль вписалась в этот интерьер. Даже если стены будут яркими, даже в необычный интерьер, классические шторы всегда вписываются гармонично и смотрятся эстетично. Юля, у меня к тебе один такой хороший вопрос. Моя бабушка уехала летом на дачу, а вернулась, и из-за яркого солнечного цвета все ее новенькие шторы померкли, просто выгорели. Чем хорош сатен, что он не выгорает на солнечном свету, и всегда комплект штор Пастораль будет радовать вас, не выгорает. То есть, когда будете снимать и стирать, неприятных пятен выгоревших вы не обнаружите. Плюс универсальное крепление, все элементы собраны на шторную ленту, удобно под любой размер окна.